Благоустройство дворов и детских площадок беспокоит жителей муниципального образования Коломна. Свои жалобы и предложения люди высказали лично главе округа и заместителю главы районной администрации. Традиционная встреча с жителями прошла в Доме молодежи «Рекорд». Пообщаться с чиновниками собрались около сотни человек. Каждому из них выпал шанс задать волнующий вопрос, при этом не теряя много времени в коридорах администрации. Когда, что говорится, глаза в глаза друг другу смотришь, оно как бы и мы больше, наверное, проникаемся в проблемы человека и слышим, видим его, ну, боль, наверное, чувствуем. Ну и человек, наверное, видит нашу реакцию и, наверное, какая-то то ли надежда у него теплится, то, что мы поможем, то ли наоборот чувствует, что мы, ну, надеюсь, что такого не происходит, то, что мы как бы не сможем решить. Хотя, конечно, бывают сложные вопросы, которые так в один раз не решишь. В этот раз людей беспокоили похожие проблемы. Жителям округа не хватает детских площадок и благоустройства придомовых территорий. Чиновников же больше заботит не зелень, а более глобальные вопросы – ремонт фасадов, капитальный ремонт зданий и замена теплосетей. Впрочем, представители власти пообещали решить все вопросы, озвученные жителями округа.